16 декабря 2019 года, примерно в 12 часов, на 18 километре автодороги подъезд ГО «Саранск», проходящий по территории Тарбеевского района, произошло столкновение двух автомашин «Шевролет» и «Лада Приора». В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Шевролет» были госпитализированы в Тарбеевском МБ с телесными повреждениями. Александр Поликарпочкин, начальник госавтоинспекции, межмуниципальный отдел Тарбеевский.